В городе Шэньчжэнь на крыше одной из многоэтажек построили храм. Для Китая это довольно редкое явление. Жители одного из домов пожаловались, что храм был незаконно построен на общей смотровой площадке их здания. Они говорят, что оттуда часто доносятся запахи благовоний. Однако узнать, кто его владелец, было нелегко. Доступ на территорию, где возведено строение, был закрыт и охранялся собаками. В прошлом это место было закрыто, и мы не могли войти. Сегодня я сюда пришел, и я поражен. Здесь действительно красиво. Надеюсь, то, что надо уладить, будет улажено. Местные жители говорят, что храм находится здесь уже несколько лет. Однако внимание властей он привлек совсем недавно. Теперь они пытаются определить владельца. Впрочем, сомнений не оставляет одно – этот человек действительно состоятельный и влиятельный. Стоимость квартир на верхних этажах этого здания достигает 2,5 миллионов долларов. Их владельцы в основном или чиновники, или бизнесмены. Я говорил с предыдущим председателем, который тут жил 7 лет. Он сказал: «А разве ты не знаешь? Этот человек чиновник, его друзья имеют высокие чины, так что это бесполезно». Ранее мы сообщали о том, что один из жителей Пекина возвел на крыше своего дома виллу, стилизованную под гору, с деревьями, кустами и бассейнами.